На будущей неделе в областном центре откроется крупнейшая региональная выставка Беларуси «Весна в Гомеле». С 18 по 21 мая жители и гости города смогут посетить ее на территории крытого катка МЖК «Солнечный». Свою продукцию и услуги здесь представят более 200 предприятий и организаций Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, запланирован праздник ремесленников, среди участников которого мастера из нашей страны, а также России и Украины. Для участия зарегистрировалось более 180 народных умельцев. Какие инновации подготовили организаторы выставки в этом году? Насколько активно проявили свой интерес к участию в ней иностранные предприятия и компании? Об этом в актуальном интервью рассказала директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. Здравствуйте, Марина Владимировна. Здравствуйте, Марина. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я думаю, нашим зрителям будет очень интересно узнать о том, что 18 мая и как раз 18 раз открывается знаменитая ежегодная выставка «Весна в Гомеле». И торгово-промышленная палата, я уверена, готова чем-то удивить ее посетителей. Так ли это? Да, мы каждый год стараемся, а тем более 18-е. Вы понимаете, что это традиция. Поэтому, во-первых, спасибо вам огромное, что вы дали возможность прорекламировать нашу выставку и нашу работу в этом году, потому что, безусловно, мы подготовили что-то новое. Хотя есть и традиции. И я бы как раз хотела подчеркнуть, что в первую очередь это те сектора экономики, которые мы представляем обычно. Это пищевая промышленность, потребительские товары, строительство, промышленность, туризм, отдых, здравоохранение, образование, крупногабаритная техника – это всегда интересно, потому что у нас есть открытая площадка. К этому, наверное, уже многие привыкли, это делается много лет, хотя и участников, и квадратных метров из года в год становится больше. Например, вот в 2000 году, когда только-только стартовала первая весна, то было 40 участников и 250 квадратных метров. В прошлом году было 252 участника, 5200 квадратных метров. И уже новая площадка, каток МЖК «Солнечный». А в этом году на сегодняшнюю дату у нас уже более 270 участников. И количество квадратных метров, соответственно, растет. В этом году, вот из того нового, что вы говорите, я бы хотела отметить коллективные стенды иностранных наших участников. В этом году 4 региона. Брянская область, Курская область и Гагаузия, и Италия заявились к нам коллективными стендами. И это будет блок именно иностранных партнеров. Именно коллективные стенды, что нас очень радует. Выставка международная, и это как раз подтверждает ее статус. Ну, конечно, в этом году мы продолжим. Тоже стало традицией. В третий раз мы проведем праздник ремесленников. Их очень много будет в этом году. И надеемся, что в торжественном открытии выставки традиционно уже примут участие наша талантливая молодежь, творческий коллектив в этом году средней школы номер 30. И мы надеемся, что это все украсит весну этого года. Но расскажите, пожалуйста, вот в чем вы видите основную задачу выставки? Вот если она проходит каждый год, задачи меняются, расширяются, либо задача какая-то есть конкретная, одна, главная, она остается? Главная задача всегда есть. Это презентация региона. Крупнейшая региональная выставка страны, безусловно, имеет свою самую главную задачу – презентовать регион, показать, что он самый лучший, показать, как он развивается. А это уже вот та часть вопроса, о которой вы говорили. То есть как он растет из года в год, что новое появилось, показать инновационные продукты, показать наши новые идеи, показать новых людей, показать географию наших контактов, показать, насколько мы открыты, как мы растем, как мы развиваем свой потенциал. Поэтому это все относится к основным задачам. Но я думаю, что и в нынешних экономических условиях, да и вообще, я думаю, что для презентации выставки важен и
международный интерес, интерес иностранных компаний, да, иностранных представителей, делегаций к тому, что мы делаем. Мы же это показываем не только, да, для себя, между своими регионами. Безусловно. Да? Она поэтому и называется. Это выставка. Это показ наших возможностей. И если они становятся шире, то мы бы, конечно, хотели, чтобы гости увидели, а в первую очередь это наши потенциальные торгово-экономические партнеры. Мы как раз нацелены на то, чтобы торговля и экспортные наши возможности развивались. Поэтому, конечно, правильно абсолютно вы говорите, что основное – это те гости, которые приедут. А для них всегда интерес огромный вызывает то, что на одной площадке можно увидеть максимум наших субъектов хозяйствования и провести переговоры с очень большим количеством. Поэтому мы всегда так стараемся, чтобы большее количество наших предприятий участвовало в этой выставке. И нас радует, что их становится действительно больше. Спасибо большое, Марина Владимировна, что вы нашли время, пришли к нам в студию. И спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам большое, что пригласили. Надеюсь, это будет полезно.